Заморозка сперматозоидов – это очень важный момент для мужчин. Без этого не обойтись. Мужчинам, которые планируют химиотерапию, мужчинам, у которых в молодом возрасте выявлены слабые показатели, которые в дальнейшем могут совсем исчезнуть, мужчинам, которые решили сделать себе пересечение семяводящих протоков с целью контрацепции. В этом случае лучше заморозить определенное количество порций и в дальнейшем не переживать по поводу того, что уже сперматозоидов не будет в сперме, но при этом могут появиться планы на рождение детей.